общем, у нас получилась такая программа, она начинается лучше... И там дверь, пожалуйста, прикрывайте, чтобы тут еще у нас соседи нервные, они могут прореагировать на громкие звуки. Значит, программа получилась у нас такая. Сначала начинается лето, потом осень, потом зима и, в общем, новая глава. Ну, начнем с лета, который у нас сейчас на дворе. Недалеко рассвет. Рассвет.
поет. Все нормально, да? Ничего там не мешает другому. Вроде хорошо. Спецназ с ОМОНом не приедут. Сейчас проверим. ОМОН приезжает часто. Что, у нас свой есть. Приедем. Торжество. Тут можно похлопать будет. Давай. Сейчас. В начале, в конце, только не в середине. Thank you.
блестящим окном. Небо. И все спешат,
я спешу, и все грешат, и я грешу. Вновь распиная само небо, вновь распиная любовь неба. Песня уже про гражданина этого царства неба, который уже там есть, действует и нам помогает. Вот мы в следующий вторник, в воскресенье выступали в артели, там, в помощь храму сгоревшему. А потом Нина нам рассказывала, которая руководитель артели, про чудеса, которые случаются, поскольку артерия находится под храмом святителя Николая, она рассказывала всякие чудеса, которые случаются я у нас при помощи этого святителя Николая. И вот сейчас это будет песня как раз посвящаться именно святителю Николая, который нам тоже частенько помогает. Ну, в частности, помог написать эту песню хотя бы уж точно. Поехали. Сейчас будет дискотека. По краям
вперед в один костер. Огни все братья, вы сестер. Никола, я чудо боец, вожак душ фонарей. Звенит твой голый горец, рассветный лимонарь. И будет тем, кому дано посеять доброе зерно, небесный зов вложить в сто. И не убить себе. И последняя песня, это, опять же, эксперимент. Мы ее как-то делали, потом забросили, сейчас опять вспомнили, но не успели ее так подготовить уверенно. То есть, наверное, мы ее хорошо не сыграем, но, тем не менее, она про новую главу, сейчас закрытие сезона. Это песня о том, что все равно заканчивается, чтобы потом опять начаться, наверное, еще в более лучшем качестве. Песня называется «Новая глава». Thank you.
запрет жениха. Греет снежная дахана, слово. Сейчас перерыв на чай и настраиваем в это время музыкантов других.